22 июля директор Института общественных стратегий Сколково Андрей Волков в рамках ознакомления с инфраструктурой Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета посетил объекты индустриального партнера публичного акционерного общества «КамАЗ». Также российский ученый ознакомился и с инжиниринговым центром, где специалисты Казанского федерального университета рассказали о формировании собственной модели инженерного образования с учетом возможностей и преимуществ классического университета. На встрече присутствовал директор Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Махмуд Ганиев, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиулин и представители ПАО «КамАЗ» в лице заместителя генерального директора Жанны Халиулиной. Казанский федеральный университет, я знаю, очень давно, очень часто там бываю, мы знакомы много-много лет, с удовольствием слежу за его успехами, иногда критикуем друг друга. Но вот эта кооперация между одним из самых передовых инженерных предприятий страны, я имею в виду КамАЗ, и Федеральным университетом, она, мне кажется, очень многообещающая. И в области передовых инженерных школ мы, надеюсь, получим новые решения. В рамках программы визита также была организована презентация по вопросам стратегии развития передовой инженерной школы на ближайшие 5 лет. Прошло ознакомление с формируемой управленческой командой проекта, ключевыми технологиями и продуктами, которые планируется создать до 2030 года с учетом решения задач ускоренного импортозамещения, импортоопережения и технологического суверенитета. Директор Института общественных стратегий Сколково подчеркнул, что в условиях нынешнего времени ключевую роль играет внедрение новых форм в образовательную деятельность. И на примере накопленного опыта и тесного взаимодействия вуза с ПАО «КамАЗ» руководитель Сколково отметил, что хороший плацдарм – это уже половина успеха при подготовке инженеров будущего. Я считаю, что нужно совершенно по-новому посмотреть на организацию инженерной подготовки. Так, чтобы безболезненно и интересно для людей КамАЗа вовлечь самых тонких интересных специалистов в работу с федеральным университетом. Это непростая задача, она не решается механически. Но здесь для этого есть все предпосылки. И поэтому я считаю, что вот эта кооперация может дать очень интересный импульс. Андрей Волков подчеркнул, что в современных условиях ключевую роль играет четкое понимание и фокусировка на ключевых новых компетенциях, которые будут формировать принципиально новый образовательный, исследовательский и технологический уклад, обеспечивающий устойчивую международную конкурентоспособность отечественной экономики. Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз.